Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы. С вами Александр Сударев. И сегодня я приглашаю вас принять участие в живой встрече презентации проекта «Асинхронные двигатели Дуйнова». Пройдет данная встреча 29 сентября в городе Москва по адресу улица Покровка, 4724, строение 1. Метро «Красные ворота», цифровое деловое пространство на втором этаже в конференц-зале. И сразу стоит отметить, что для того, чтобы принять участие в этом мероприятии, вам необходимо пройти онлайн-регистрацию. Все необходимые для этого ссылки будут в описании, поэтому обязательно переходите, и там вы сможете получить, помимо регистрации, еще кучу полезной информации, например, подробное расписание мероприятия. Ну и сразу же от себя добавлю, что на данный момент на мероприятии зарегистрировалось уже более 450 человек, а количество мест 650. Поэтому не упустите свой шанс и обязательно зарегистрируйтесь. Ну а теперь давайте поподробнее остановимся на том, что же уникального вы сможете увидеть на данном мероприятии. Вы сможете увидеть электровелосипед, построенный на базе мотор-колеса Дуйнова. В частности, это первое в мире асинхронное мотор-колесо прямого привода. Также вы увидите электромобиль Renault Twizy, который модернизирован по технологии совмещенных обмоток «Славянка». И, возможно, вы сможете увидеть электроскутер, который также сделан на основе технологии «Славянка». Сейчас, в данный момент, над ним идут работы, и если мы успеем их завершить, то обязательно привезем его с собой на мероприятие. И вполне возможно, вы сможете увидеть асинхронный электродвигатель DA90S, который также создан по технологии совмещенных обмоток «Славянка» нашими коллегами из компании «Denzel», в том случае, если он успеет до нас доехать. И, конечно, вы увидите первые элементы электродвигателей, созданные непосредственно на нашем оборудовании. Ну и, конечно, мы вам продемонстрируем справочник Дуйнова. Поэтому данное мероприятие будет интересно не только партнерам и инвесторам проекта, но и новичкам, тем людям, которые еще не разбираются в жизни проекта и ничего о нем не знают. Ведь вы сможете получить подробную презентацию проекта на данном мероприятии. Вы сможете пообщаться с первыми лицами проекта, узнать самую актуальную информацию. И вы узнаете, каких результатов мы добились на пятом этапе финансирования. Узнаете цели и задачи на седьмой этап финансирования. Мы расскажем вам о планах на этот год в целом. И спикерами на данном мероприятии будут не только члены команды, занимающиеся привлечением инвестиций, но и также разработчики, и вы сможете лично со всеми пообщаться. И помимо этого, все участники проекта получат флаер, который предоставит вам бонус для того, чтобы вы смогли войти в проект на максимально выгодных условиях. И, конечно, без внимания не останутся участники клуба основателей. Таким образом, в этот раз участники клуба 1000 получат компенсацию на траты, связанные с дорогой и проживанием, в размере 5000 рублей, а участники клуба 100 получат компенсацию в размере 10000 рублей. Ну и, конечно, для того, чтобы получить эту компенсацию, вам необходимо будет предоставить фотографии чеков и билетов в техническую поддержку. Еще раз вам напомню, что количество мест на данном мероприятии строго ограничено, и их осталось не так много. Поэтому обязательно проходите онлайн-регистрацию, зовите своих коллег, друзей, всех тех, кому, по вашему мнению, данный проект интересен. Ведь именно благодаря мероприятиям такого формата вы сможете познакомиться с первыми лицами проекта, получить самую актуальную информацию и познакомиться с единомышленниками. Ну а на этом у меня сегодня все. Обязательно приходите и не забывайте регистрироваться. До новых встреч!